Здравствуйте! В этом видео мы подготовим к работе подавитель связи, который называется Терминатор 250-1264. Итак, я его распаковал из коробки, достал, и давайте его подготовим. Первым делом я снял вот эти защитные колпачки. Они установлены в местах разъемов для антенн. И чтобы накрутить антенны, конечно же, нужно их снять. Далее мы распаковываем антенны. Распаковали антенны. И ориентируясь на антеннах на обозначение Channel 7, ищем разъем Channel 7. Нашли. И соответствующим образом накручиваем все эти антенны. Итак, мы установили антенны в правильные разъемы. Теперь нам необходимо подключить провод сетевого питания. Разматываем провод. Закручиваем хомут. И, конечно же, нужно в розетку 220 вольт воткнуть теперь этот конец. Далее необходимо подготовить пульт дистанционного управления, если вы хотите им пользоваться. Его необходимо просто распаковать и удалить вот эту вот пластиковую прослойку. Она позволяет, она исключает контакт батарейки, и тем самым батарейка при транспортировке не будет разряжаться, и пульт каким-то случайным образом не будет активировать там что-нибудь. Собственно, на этом, наверное, все. Ну, да, естественно, нужно потенциометр выкрутить все на максимум, в случае, если вы хотите использовать его на максимальную мощность. Может быть, вы какие-то диапазоны не будете подавлять, поэтому выкручивайте только те диапазоны, которые вам необходимо подавлять. И все. Теперь можно нажать кнопку ON. В случае, если переключатель ремоут установлен в положении ремоут, активировать будет работу пульт дистанционного управления. Если же local, то подавитель включится сразу же после нажатия на кнопку включения.